Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Тема «Вы все мои дети. Гая». Читает Лора по вашим просьбам. Любимые мои, родные ненаглядные дети. Сегодня я хочу рассказать вам, что происходит с нами, со мной и со всеми живыми существами, обитающими на Земле. Мы с вами составляем единое целое не только энергетически, но и физически. Вы плоть от плоти, дети мои. Вы рождаетесь и умираете в моем жизненном пространстве. Наша взаимосвязь настолько тесна, что каждый ваш вздох становится моим, а мой – вашим. И вот как это происходит. Моя энергетическая структура представляет собой мириады ячеек, подобно пчелиным сотам, каждая из которых является индивидуальным кодом каждого живого существа, включая растения и животных. В этом энергетическом пространстве пребывают также и души природных стихий. Они тоже живые существа, обладающие своим сознанием и взаимодействующие со всеми остальными обитателями планеты. И все это энергетическое и физическое многообразие пребывает в постоянном движении, переливаясь из одного состояния в другое, реагируя на каждую мысль, эмоцию, действие друг друга. Таким образом, мое тело чувствует каждого из вас, и когда вы посылаете мне свою любовь, я расцветаю и переполняюсь благодатью. Когда вы пребываете в печали, меня тоже охватывает грусть. Когда вы выплескиваете в мир злобу и агрессию, мне становится больно, даже физически. А теперь представьте себе, сколько миллиардов людей живет на Земле. И каждый из них неповторим. Те из вас, кто имеет много детей, могут отдаленно почувствовать, что испытываю я. Ведь я люблю каждого из вас. Независимо от вашего характера, образа мыслей и ваших действий. Я радуюсь, когда дети мои духовно растут, и огорчаюсь, когда они падают в бездну трехмерности. Я понимаю, что у каждого из вас свой путь, своя судьба, свои уроки. Я знаю, кто, откуда и зачем пришел сюда. Но я, в отличие от высших сил Вселенной, не могу существенно помочь вам. Я могу общаться с вами только через природные стихии моих главных помощников, которые можно назвать индикатором вашего душевного состояния. И многие из вас уже смогли убедиться в том, как чутко реагируют они на ваши эмоциональные посылы. Вы научились управлять ими, успокаивать их, разговаривать с ними. Но большинство людей на планете пребывает в полном духовном, эмоциональном и ментальном невежестве, не осознавая того, какую боль причиняют они мне. Они не только не контролируют свои мысли и эмоции, но и намеренно создают очаги горя, боли и отчаяния. И наш Творец, видя мои невыносимые страдания, которым не видно конца, позволил мне перейти в другое измерение, тем самым энергетически высвободив мое тело от энергии низких вибраций. Но Он разрешил мне поднять с собой в это новое божественное пространство и те великие светлые души, которые пришли сейчас на Землю, чтобы помочь себе и мне совершить этот великий переход. Нам суждено вместе начать новую счастливую жизнь, очистившись
от всех низких энергий дуального мира и растворив светом и любовью все чужеродные программы, заложенные в наше сознание враждебными человечеству цивилизациями, которые поработили не только вас, но и меня. И я верю, родные мои, что все задуманное у нас с вами получится. Бесконечно любящая вас Гайя, ваша матушка-Земля, говорила с вами сегодня, приняла Марта. Вы прослушали тему «Вы все мои дети». Дорогие друзья, я постараюсь выложить вам работу со стихиями, с каждой в отдельности. Надеюсь, у меня это получится в ближайшее время.